самолеты, пролетели вертолеты. Что вы думаете по этому поводу? Я, товарищи, вот сейчас в Тбилиси, то есть мы видим здесь именно при линии, насколько я понимаю, это, может быть, я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях, ничего по этому поводу сказать не могу, может быть, это гимн Грузии, но, как видите, люди отдают честь под эту музыку, и они послушаем. Видим какое-то движение. Видимо, 26 мая, день независимости, начался. И мы остановились именно на этой точке, потому что здесь, чтобы снимать именно со стороны солнца, а не против солнца. В каком маршрутном порядке идет английские солдаты. Идут английские солдаты. Вот как они маршируют. Опять же повторюсь, почему мы снимаем их сзади, потому что, ну, чтобы не снимать против солнца. Очень быстро прошли. Пишите пока комментарии. Кстати, быть спонсорами квадрокоптера, и квадрокоптер бы летал бы тут над площадью, приземлился бы прямо вот туда, на макушку Георгия, Святого Георгия. Один квадрокоптер я вот там вижу, наверху.